Здорово, это новая серия Drift Crime, с вами опять Ян. У нас поездка в Ригу. Я спонтанно решил долететь до Риги, потому что из-за короны никак никуда не попасть. И сейчас узнал то, что есть самолет из Дортмунда. Короче, сейчас вторник, и до субботы буду оставаться в Риге. А, и еще, это будет более такой дели-блог, чем автоблог, потому что со мной летит Дима, мой друг, и я думаю, это все не в очень трезвом состоянии будет все проходить. Так что будем вам Ригу показывать. Корветик дома остается. Короче, с этим я еду. Вот с этим, да. Он даже подозрительно выглядит, я вам говорю. Он же бухает. А тот уже пьяненький. Я не пьяный, я здесь Red Bull. Это... Да. Добрались наконец-то до аэропорта. Еще 2 часа ждать надо. Билет получили. Багаж ждали. Дима уже удрал на бензоправку. Блин, такой маленький аэропорт, здесь реально, там, по-моему, за день только 10 самолетов взлетают и садятся. Все, Димон уже напился. Это я, это Ян. Это я, это Ян, я, Ян, не, смотри. Все, пошли, новый раз. На Москву-Скай перешли. Дима, когда ты в бензоправку заходишь, маску одень. Хорошо, все будет хорошо, я так и знаю. Так, для протокола, он меня заставил пить. Дима, он, короче, меня заставил пить. Он просто на бензоправку зашел и сказал то, что... Заставил пить? Блин, ты кого, блин? Такая ситуация была, то, что люди взяли багаж свой, типа, ну, ручной клад, и еще одну сумку. Им сказали, типа, доплачивай, давайте 5 евро. А так как я вообще... Женская сумка. Да, сам, сумочка маленькая. Я говорю, типа, слушайте, у меня багажа нет, я, типа, вот такого, да? Давайте я, типа, возьму с собой. Они говорят, нет, это иллегально. И самое главное, весь самолет русских, и только два... Это стюардесса, немка, и люди немцы были. Незнакомые люди, нельзя говорю... давать склад. А я говорю, мы знаем. Она говорит, все равно. Не ругайся. Дима, короче, только что подождал, пока я засну. И разбудил меня. Если честно, я буду обратно мстить. Это ты на этом виолетовом таком неформальном самолете прилетел? Да, он пониженный немножко, да, там. Че, посмотрим? Это в 90-е, братан. Еще отправили. Давай обзор давай. Давай посмотрим, да. И везде, чтобы работать. А, это душ, это лоб в душе, да? Ты можешь срать и в душ ходить одновременно. Врубай себе. Фом-фом аж дэнксо. Да, да, да. Винзон и дыга, и винзон. Да, она уже была открыта. Дима что-то пытается. О, слушай. О. Баты, блин. Взорвемся, на. Сейчас засвибаем эти. О. Вот какой кофе можно приварить здесь. Слушай, блин, здесь вообще ящики можно пожарить. Свои. Короче, мы решили сейчас пойти погулять, купить карточку для телефона и... А потом спать. А завтра поедем к нашему любимому, самому веселому человеку. Нет, пошли. Лёхе. Тима мне уже надоел, блин, короче. Тима, собирайся. Ты сейчас доедешь? Мы договорились, короче, то, что мы в 8 утра пойдем гулять. А, в 8 утра? Я там еще спал бухой, блин. Кому ты рассказываешь? Это не точно. Это не доказано еще. Наконец-то добрались до этого волшебного места. Короче, приехали, вот, блин, посмотрим, что здесь снова преобразилось. Вижу то, что подъемник поставили здесь всякие такие пластиковые приколы на тачке. Короче, все здесь пожиром. Выглядит как крутое дрифт-корчевое мероприятие здесь. А кого не было, меня не было, блин. Я, короче, в этом там на работе сидел. Блин, ну это вообще прикол, эта тачка просто. Вот моя красавица стоит. Видите, блин. Никто не ездил, блин, стояла. Гнила.
кто-то моцик себе обзавелся опять. Можно было. Что же клеить? Пленка? Да. Это тренировка для фар. Ну, типа надо заклеить, я пришел быстренько в квиллер, говорю, ребята, у вас есть какой-то светофильтр? Он говорит, ну да, есть. У нас чаще всего желтый берут. Я говорю, ну так это ж петушары клеют себе на всякие машины, и думаю, что это гоночная охрененно. Говорю, есть какая? Мне насрать какая, хоть матовая. Типа, ну фары заклеить, чтобы они не высыпались. А, ну на желтую. Да, скорее всего. Тут очень есть ребеночку починили. Это автобан. У вас не так в Германии? У нас обычно вот по такой вот залупе написано, блядь, ехать 90. Уже покрышки уходят, смотри, лево. Lexus, как сказать, прокручивает колеса на первой скорости. Данный автомобиль фекалии. Смотри, Игорёха снимает. Все, Лёха здесь, блин, подготавливается, блин. О, не поместится, все, Дима, пешком поедем. Кошка нет. Быть дрифтером трудно, говорю. Быть дрифтером не трудно. Трудно зарабатывать деньги на дрифт. Короче, Серега приехал со своей, наконец-то, построенной тачкой. Погоди, как дела? Рассказывай. Как вам спек? Колосит в каком-то просто. Давай спек рассказывай. Это, короче, турбина. Да. Это турбина. Подожди, мы со мной. Это, короче, вестгейт. Да, там всякие вот синие кинушки, они прибавляют мощности, я слышал. Не, 2.5 турбо, короче, как я понял, там на турбине все сделано, блин, там самое главное, 2 вестгейта, блин. Короче, кто-то там нормально так деньжат втопил. Но по принципу это сейчас в стрит-классе самая крутая тачка. Самое главное, блин, для стрит-класса, знаешь, это пи***. Не, ну машина очень красиво сделана, блин. Красиво собрана, все грамотно. Только что на 30-ке проехался, я думал, что она ни хрена не валит. Но я не понимаю, это из-за того, что у меня корвет просто, блин, мощнее гораздо. При таком же весе и тяжаковая резина. Ну что, Лёш? Не едет она нихуя. Нет? Нет, нихуя. Ну ты по клачу даешь, она... Какая такая залупа. Ставил старые свечи обратно, блин, и не знаю. Машина вроде едет, и я не... Блин, я, короче, не знаю, как на это реагировать. Все, другой видеоблогер здесь, блин. Которому разрешили ехать в тренировку и этап. Да, я теперь спортсмен, и хрен вы увидите уличные, блин, как там правильно, что типа я пизжу. Он даже не знает, как это слово еще. Типа уличные гонки, типа я больше не буду ездить якобы. Все, короче, скучно. Это ж пиздец. Тут надо серый экран, типа. Да, трогай. 30-ка жизнь. Я-то бабки. Фэтбой Слим гараж. Ёбни. Давай, позим, блядь. Какой позим, блядь? Там видео снимает, блядь. Надо этим сенсором помогать опять. Надо надавить. Я наживлю. На эту ху. Оп. Сейчас поправим. И... Короче, с тачками ничего не вышло, вроде работает. Мы решили с Димой город смотреть. Рига, здравствуй! Здравствуй, Рига! Вот. И так как на улице нельзя пиво пить, и можно штраф получить за это, здесь такой лайфхак, как у американских этих бомжов. Короче, никогда не едьте с людьми, которые не были в вашем городе, потому что вы должны... И все объясняет. Да, да. Дима, это статуя. Круто объяснил, блин. Вообще информация такая, блин. Я вообще по истории поразился твоей. Да. Иссу. Твоя родина, я. Кума, да, Сосенбаум. Это дерево. Заебись. Здесь бобры есть. Представь. Они цап-цап, и тебя... Испания нужна или какая-то там Альта, да? Есть кадры. Есть такая красота здесь. Ты как тут оказался? Блять, я плыл. Из Бремерхафена, вот в Элбе вышел как. Ну нифига себе. Ну видишь, как глаза уставшие. С тачкой приплыл? На каврике? Не, на этой, на
Шкодоебе. На Шкодоебе? Да, да. Я в тебе в курсе. Расскажи. Шайзе, 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 курва матч. Вот что. Короче, чувак ехал вчера в 2 часа дня с Германии выехал, проехал не спавший сегодня, чтобы утром до 8 доехать сюда, чтобы тупо своей команде посмотреть на гонки и помочь. И помочь. Его и сказали, типа, нет, чувак, извини, ты можешь онлайн посмотреть. И в итоге сейчас он звонит, и все, которые с Эстонии приехали, их просто так пропустили, без, вообще без каких-то вопросов. Вот то же самое у нас. Я пытался здесь на своей тачке как-то выехать на тренировку. У меня, ну, понятно, хорошо. Окей, ну, блин, эта тренировка была для гонок. Но, типа, какая разница, блин, я, типа, участвовал бы, не участвовал бы, или до тех пор, блин, мог бы тоже покататься. Вот, и в итоге этот, было, у них принято решение, то, что нет, невозможно, и даже сегодня я звонил, типа, как туда попасть, и тоже невозможно. Типа, приехали из Германии. А теперь все возможно. Приехали из Германии, латвийский дрифт поддержать и... Шайзе. Аэропорт. Я потом зашлю пару видеозаписей еще нам. Да, да, да. Сейчас, надеюсь, все, давайте. Пока. На этом заканчивается выпуск. Завтра мы летим обратно в Германию. Там будем с корветом мучиться. И на следующей неделе поедем на соревнования в Германии по дрифту. Там будет дрифт Missile Monday. Вот, там будут все вот эти немецкие дрифтеры. Посмотрим, что там за интересный контент мы поснимаем.